Государственная регистрационная служба планирует собрать биометрические данные у более 300 тысяч кыргызстанцев, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках кампании по сбору биометрических данных избирателей мобильные центры обслуживания с 3 марта оказывают услуги выездного документирования в помощь сельским жителям, проживающим в отдаленных населенных пунктах Кыргызстана. С 10 до 16 часов мобильные зоны находятся на центральной площади, у входа в центральный рынок, либо возле здания органа местного самоуправления городов и сел. Для возможности включения в списки избирателей планируется сбор биометрических данных у более 300 тысяч кыргызстанцев. В крупные города республики Ош, Джалабад, Каракол и Бишкек мобильные зоны прибудут 16-17 марта. С 3 по 20 марта выезд осуществляется во всех аймаках и городах республики.